Здравствуйте! Какой-то... Привет, Амбра! Привет, как вас зовут? Вы кто? Здравствуйте! Привет! Привет. Вы где находитесь? У него или у меня? У него. У тебя написано, что у меня в номере. У вас какой-то не армянский интернет. Если бы у вас был бы армянский интернет, у вас бы 7 полосок было. У вас как плохой интернет. У вас что там, что, армянсель нету? Армянсель. Армян? Да, армянский, у вас не армянский интернет, поэтому плохо ловит. Пришел интернет? У меня не армянский интернет, Камран Джан, у меня российский интернет, не хочу сказать. Поэтому плохо ловит. Армянский интернет никогда не лагает, российский иногда туда-сюда. Где живете? Где живете? Да. Это армянский тоже один. Я в Калининграде живу. Белые ночи у вас. Тут купил квартиру себе. Да. У нас еще тут светло, походу. А почему, скажите, а почему не поехали в Армению, 21, в Карабах жить? 22. Почему не поехали? Ну, работать, жить, поднимать страну. Знаешь, наша страна без меня обходится. И ну, так говорит. Относятся на то, какой национальность. Я тебя понимаю, но я должен решить, где его жить, считаю, Камран. Но земля, вся земля, вообще-то создана для человека. Это люди все разделили, все земли разделили между собой. Вот поэтому я себе тут хорошо нашел себя, можно сказать. Тут есть море, тут есть жилье, есть все удобство для жизни. Я тут нашел себя. У меня в Ереване тоже все было хорошо, дом. Все было у меня. Но я должен сказать, что мне нужно было перемен. Иногда просто это необходимо, чтобы у человека жизни. Вода долго в одном месте будет стоять, он просто станет. Понимаешь? Вот поэтому я уже около... 4 месяца тут в Калининграде живу. Даже успел себе квартиру купить. Вот. Видите, это моя баб... квартира, первый этаж. Вот ремонт я сделал. Поздравляю, ну, поздравляю. Пока у меня время мало. Если то... у мужчин... Это если у мужчины есть дом, ему... Если у мужчины есть дом, ему остается воспитать сына и посадить дерево. Я так считаю. У меня было еще две нужно делать. Ну, сына пока нету. Для сперва нужно жениться, чтобы сына был. А потом дерево посажу. Тут я решил много деревьев посадить. Увидишь. Ну, ты знаешь, я тебе скажу, да, я тебе скажу честно. А, Армен, конечно, печально то, что ты говоришь, что в Армении вот тебе, такому толковому человеку, доброму, в принципе, и хозяйственному делать нечего. Да ты вот мне говоришь, что, а что там делать? Это, конечно, печально, что вот так. Что ты вот нашел себя в другой стране. Ну, у меня там все было. Ну, смотри, я понимаю тебя. Там у меня все было. И было жилье, и были деньги, дом, все. Ну, знаешь, однажды просыпаешься и считаешь, что тебе нужно. Ну, перемены нужны. Просто перемены. А почему вот, если у тебя все было, почему ты не захотел там быть, если все было? Не знаю, я
вырос в России, там, можно сказать. Я не могу жить в Ереване. Мне все там скучно. Просто для меня это, ну как правильно тебе сказать, как будто я там заключенный, ждал, когда мой срок отстигнет, и я выйду на волю. Вот такое у меня ощущение было. Я не могу, ничего не мог делать. То есть Все, реально ты что считал свою страну, выключили, то я есть ты считал свою страну родину, фактически тюрьмой, где ты себя чувствовал заключенным, так выходит? да. Я себе плохо чувствовал. Не знаю, что это, что нужно, что-то менять. Я каждый день просыпался и считал, что-то говорил изнутри, что надо что-нибудь менять. Просто поменять. На время. Хоть это будет на время, хоть будет на год. Но нужно что-то менять. Понимаешь? Это очень важно было для меня. Вот тут я нашел. Я в Ереване не мог работать. Честно говорю, я не мог работать. Ну, представляешь, как ты можешь работать в одном месте, если ты можешь за день потратить много, чем зарабатывают за месяц нормальные люди. Минимальная зарплата, например. Я там не мог. Просто не мог работать. Ничего не мог. Я каждый день ходил, ну, по городу гулял. Это для меня был, не знаю, как все закрыто. Одно и то же каждый день. Понимаешь, как можно? Одно и то же каждый день. Это, не знаю, время, вот такое время просто как будто стоял на месте. Он не шел. Никак не шел. Каждый день одно и то же. Каждый день одно и то же. Это просто сводит с ума. Я лишь бы не мог больше так. Я думал, все. Ну, хоть на время куплю билет, улечу, найду себе где-нибудь в другом месте. Ну, Ты не знаешь, знаю. Я думаю, я тебе что для честно меня скажу, это Армен, я лишнее. не хочу сейчас делать больно и выезжать на твои личные трагедии и говорить, что, знаешь, в Баку здесь ходят прямо всем из мешка деньги раздают, что мы тут живем все в шоколаде и в миллиардах, а вы вот Да. бедствуете там. Нет, я этого не буду говорить. Я считаю, что человек должен жить там, где ему хорошо. Просто для меня реально Правильно. кажется катастрофой. То, что я сделал в своей жизни, наверное, около 1000 прямых эфиров с армянами, да, очень много. Может быть, Да. часть из них я выставил, часть из них просто были жесткими. И из них Да, я 99% знаю. это армяне, которые не живут в Армении. Да, все любят родину, да, все патриоты, да, все, у всех душа болит, душа горит, но никто из Да. них не просто не может, они не хотят жить в Армении. Понимаешь, одно дело, когда ты не можешь жить, другое дело, когда ты не хочешь. Ты же можешь жить в Армении, правильно? Да. Ты же можешь. У Да, тебя я была могу, у меня нет квартира. проблем. Я могу через неделю. У меня все будет. Вот, ты не хочешь. Проблема в том, почему ты там не хочешь. Нет, Вот, вот. не то, что не хочу. Просто, знаешь, лишь бы для меня, Камран, смотри, лишь бы для меня нужны были перемены. Я там задыхался. Одно и то же каждый день. Одно и то же каждый день. Как можно жить? Ну, вообще, во время этой войны у нас как большая панихида просто была. Это меня угнетало, это меня убивало. Я не мог дальше. Я задыхался там. Добрый. Я там просто задыхался. Мне нужно было как выйти на чистый воздух. Просто подышать воздухом. Для меня это все было как закрыто, как тюрьма. Я не мог больше То есть там оставаться. Армения не Ну, через ожидала, да, каждый что день. Армения не Нет, ожидала, что Армения Азербайджан, не... да, начнет возвращать Нет. свои территории. Армения не ждала, Вот да, Армения там. думала, что будет так всегда. Да. Вот Ну, по-твоему. смотри, вот такая ситуация. Ну, я же это еще раз говорю. Мы как будто не общались. Мы друг друга просто не знали. Мы знали те, что нам рассказывали, понимаешь? Я тебя что, я ты знаешь. Я честно пойду. Нам рассказывали, я, извини, не хочу никого обидеть. Никого, никогда не хочу обидеть. Нам рассказывали, знаешь, в 90-х там у нас война была, там туда-сюда. Знаешь, они трусливый народ, один патрон там стреляешь, они убегают. Все такое. То Не есть про хочу больше говорить. азербайджанцев Ну, говорили, что мы трусы, которые убегают, да, правильно? да, нам так рассказывали. Знаешь, если ты про, ну, как сказать, про мышонка ничего не знаешь, тебе если скажут, то мышонок это лев,
ты знаешь, ты будешь думать, ну он большой, если лев, ну как больше льва, он больше большой. Еще такое подумаешь. Ну, мы не знаем никому, ничего. У меня не было ни знакомых азербайджанцев, ни какие-либо общения просто не было, понимаешь? Мы не знаем, кто мы. Наши соседи, ну, закрытые, понимаешь? Если я сегодня с соседом не буду общаться, я не узнаю, кто он. Я не смогу узнать, какой он человек. То есть, фактически, Армен, тебе со школы рассказывали, что Азербайджан – это страна, где все живут трусы, которые в 90-е годы убегали от великих армян, которые боятся армян, и как бы никогда не будет проблем. Так и живете, и мы будем жить, все наши поколения, победившая страна. Мы да, то всегда есть будем мы... побеждать, мы всегда... Ну, знаешь, невозможно, я всегда так думал, и всегда так буду думать. Невозможно всегда быть победителем. Просто этого невозможно. А что случилось осенью, как ты думаешь, поменялось мышление армян? Вот осенью, все это вот, вот этот миф, легенда рухнула? Смотри, вот по этому поводу я хотел сказать тебе, ну, если бы война, все должны взять от этой войны пример. Все, и лидеры, и люди. Нельзя говорить про народ, как на одном лицо. Если ты говоришь про азербайджанца, это не значит, что это один лицо, один человек. Если один азербайджанец плохое что-то там сказал или сделал, это не значит, что все азербайджанцы все такие плохие. Я очень много общаюсь, ну, можно сказать, в соцсетях. Я вижу многих понятливых людей, нормальных, которые общаются на хорошем тоне, можно сказать. Азербайджанцы даже очень много, я знаю, что люди просто нормально общаются друг с другом. Это очень важно. Я говорю, есть общение. У нас не было никогда общения. Вот в этом вся проблема. Если даже я знаю это точно, если даже наши лидеры, не надо никому вмешиваться в нашу политику. Если лидеры должны сами сидеть, никто не должен вмешиваться. Ни Путин, ни там никакой стороны лидер. Они все должны сидеть на сторону, и они долго должны это обсудить. Понимаешь? Это очень важно, что они должны обсудить эту проблему вместе. А пока этого не будет, всегда будет одно и то же проблема каждый день. Армен, здесь комментаторы говорят, послушай меня, ты можешь не двигаться, да, у тебя интернет лагает. Здесь комментаторы говорят, что это постановка, хорошо, что тебе заплатили, чтобы ты все это говорил, что ты вообще получил деньги, и мы это отрепетировали, блин, представь. Когда, блин, смотри, Камран, когда же они вырастут, блин, как детский сад, что это такое вообще? Я не могу понять, как люди вообще... Извините, а сколько вы мне заплатили? Самому... Представь. Все, знаешь, не говорили, как раз, знаешь, я тебе четко скажу. Ты говоришь, знаешь, это он такой, нет, я всем говорю. Я вижу очень много перемен. И делаю перемен. Его интернет, конечно, ужасен. Ребят, если бы мы ему заплатили, поверьте, мы бы ему хотя бы нормальный интернет подключили. У Азербайджана 4 спутника, чтобы вы понимали. 4. Мы бы хоть ему интернет сделали нормальный. Да, конечно, плохой связь, видите ли. Армен, я тебе честно скажу, вот в этом-то и вся... В этом-то и вся проблема армян, что они в своем мышлении считают азербайджанцев слабым недонародом, у которого нету ни истории, ни государственности, ни независимости. В этом-то и вся проблема армян. Они нас недооценили. Камрон. Вот продолжать это делать. Проблема. Я вот это говорю. В этом вся проблема. Пусть, ладно, я вот так скажу, пусть в Ереване будет ни 1000, ни 2000, ни там сколько лет истории. Пусть будет в Ереване 2 года истории, ну пусть будут люди живут в том мире, как в Дубае,
ну там зарплаты 15 тысяч долларов. Как в сказке они живут, понимаешь? Что дает эта история мне? Если я тебе расскажу, Камран, знаешь, я был, блин, ты скажешь, ты в реальности сейчас готов, брат. Неважно, ты был, ну, миллиардером или там, не знаю, миллионером. Ты в это время, в реальности, ты кто вообще? Ну, что дает эта история мне, лишь бы мне, что дает? Ладно, я историю изучаю, ну, смотрю, у нас было так, что это мне дает? Ничего, ну, ты скажешь, Армен, знаешь... в мире, который мы сами себе строили и стали заложником этого мира. Я люблю свою родину. Ты знаешь, в чем проблема? Знаешь, в чем проблема, Армен? Самая катастрофа, знаешь, что? Да, история, то, что армянская история 3000, 10 тысяч лет, и она ничего не дает, это факт. Вся трагедия армян заключается в том, что они помешаны на прошлом, но ничего не делают для будущего Армении. Понимаешь? Вот сидеть где-то во Франции, в Италии, в Европе, в России и подкидывать какие-то деньги диаспоре, а потом переводить их правительству Армении, это не делать простых армян счастливыми. Надо делать Армению счастливой, а не армянских там, знаешь, каких-то там больших людей. Я так считаю. Понимаешь? Это первое. Вот здесь один армянин пишет, кто он такой, я сделаю скриншот, я его найду. Представь, армянин тебе угрожает. Понимаешь? Послушай меня, чувак. Вот тот, который угрожает вот этому вот Армену, у тебя духу хватает, сделай что-нибудь мне. Вот я тебе говорю, да? Может быть, это делаю впервые, но я сейчас говорю с мужчиной. Я сейчас не говорю с подделкой. Для меня вот этот вот Армен, он мужчина, потому что он говорит правду. А если у тебя духу хватает только угрозы здесь писать, пиши мне в личку, окей? И другой пишет, вот Армен на деньги азербайджанцев купил себе квартиру. Вот куда ушли деньги. Вот я ему такому умнику, я покажу свой выигрыш. Royal Palace, Airbnb, 31 миллион драмов. Ты в казино в Армении выиграл деньги? Ладно. Ты реально выиграл в казино деньги? Клево. То есть ты в Армении в казино выиграл... А сколько? 31 миллион драмов. Это сколько в долларах? Это 65 тысяч долларов. 65 тысяч. Офигеть. То есть в Армении работает казино, да? Да, это онлайн-казино, Камран. Онлайн-казино. Это называется Total Gaming. Онлайн-казино. Это называется Total Gaming. Окей. А сами казино работают в Армении? А сами казино в Армении работают? Там рулет? Все есть там, все есть. Но рулетки, казино, ну, реальные казино, конечно, есть, но я и не увлекаюсь. Армен, сказать тебе честно, по моему мнению, за 30 лет оккупации Армения потеряла, наверное, триллион азербайджанских долларов. Потому что в Азербайджане казино под запретом, ты знаешь, и горного бизнеса в Азербайджане нет. Как ты думаешь, в Азербайджане люди куда бы поехали бы? Поиграть, если бы у нас были бы хорошие отношения. Поиграть, потратить. Ну, если есть казино в Армении, конечно, как ты думаешь? Верю, теперь понимаешь, сколько денег потеряла Армения от конфликта с нами? Да. Я всегда говорю... Армения с Азербайджаном сейчас было бы с шоколадными отношениями, и многие-многие жили бы как короли, просто как короли. Когда Турция, у нас границы открыты были, люди ходили, принесли там еду, одежду, не знаю что, и все приносили. И многие люди стали просто богачами. Я знаю очень вот, Армен, людей, вот ты мне как мудрый, вот ты мне как мудрый человек скажи. Если бы этого конфликта не было бы, сегодня Армения жила бы лучше,
чем живет сейчас. Вот если бы не было этого конфликта, вот сегодня бы Армения жила бы лучше. Конечно. Все, да. Все, все. Это точный ответ. Процентом, что да. Конечно, конечно. Это точный ответ. Это настоящий. Конечно. Что потеряла Армения? Армения потеряла. Армения потеряла Азербайджан. Армения потеряла Баку. Армения так и не получила никакой Арцах и никакой независимости. Никто его не признал. Армения потеряла Турцию. Армения потеряла экономику. И Армения зависима полностью от России, которая пока еще ее охраняет. Но это тоже не навечно. Что получила Армения? Только потеряла. Потерять Азербайджан и Турцию — это вообще Россия, я не понимаю, как можно было. В России показывает, что он защищает Армению. Ну, да, у России столько своих вопросов. Во-первых, у России сейчас с Азербайджаном отношения лучше. У России сейчас с Азербайджаном отношения лучше, чем с Арменией. Вот сегодня я был в аквапарке. Анимация в аквапарке в Баку. Вся на русском языке. Все на русском танцуют, пляшут. Позавчера вел выпускной бал. Русские учителя вышли, приветствовали учеников. Учителя русские, завуч русская, директор еврейка. Вот здесь сидит женщина замечательная, русская. Ее брат погиб на Карабахской войне. Русские. Что, русские с нами будут портить отношения? Жизни нет. 150 тысяч русских живет в Азербайджане. 150 тысяч. Я уверен, что не будет. Да. Я уверен просто в этом. Это на 100. Ну, потерять Азербайджан и Турцию, это была большая глупость. Они давно должны были этот вопрос решить для блага народов. Они и жили бы себе в Карабахе, жили бы, в Баку бы жили бы, везде жили бы. Неправильно? От того, что у тебя сейчас российский армян, у тебя сейчас российский паспорт, да, например. Армян, у тебя сейчас российский паспорт. Нет, у меня пока паспорта нету. Окей, вот допустим, у тебя завтра будет. Допустим, у тебя завтра будет. Окей. Армен, допустим, у тебя завтра будет российский паспорт. Ты что, перестанешь быть армянином? Конечно, нет. Все, да. Армяне жили бы в Карабахе с азербайджанским паспортом. И что, оставались бы армянами, ходили бы в свою григорианскую церковь, жили бы в Баку армяне, жили бы в Турции армяне, везде армяне. Тебе дают паспорт, но у тебя не отнимают ни твою историю, ни твою религию. Ничего у тебя не забирают, только дают. Я тебе понимаю. Смотри, смотри. Любое время, смотри, любое, ну, тысячи, две тысячи, три тысячи лет назад. Люди борются в этом мире за выживание. Люди работают, что угодно делают, чтобы просто выжить в этом планете, можно сказать. Ну, если бы границы были бы открыты, у Турции сам очень большой там рынок, ну, огромный там рынок у него, все было бы дешевле. И у Азербайджана, и все границы принесли, люди не покупали дорогие, а покупали бы дешевле. Одно и то же одежда, ну, 5 раз, можно сказать, дешевле. Мой дядя, когда был в Турции, он рассказывал, что там... Секунду, здесь один этот самый умник пишет. А что вы дали талышам, лезгинам и так далее? Стоп. Сейчас вам талышка здесь одна ответишь. Не нарывайтесь. Да. Что мы дали? Во-первых, у нас нет понятия в Азербайджане. Ты талыш, я лезгин, я курд, я русский. У нас есть одна сила. Это гражданин Азербайджана. Все, вы своими мозгами уже поймите. Мы не мононациональная страна, у нас нет вот этого вот, мы азербайджанцы. У нас здесь живут очень много национальностей, никто не спрашивает, это кто. Нету такого понятия, нету. Включите, да, свой мозг. Вот здесь на диване лежит красавица талышка. Там на кухне мои дети, они наполовину казахи. Я курд, грек, азербайджанец. Да вам всем пофигу. Мы, главное, все в сердце. Живем на самой прекрасной земле. Все. Азербайджанцы, все. Азербайджанцы не значит азербайджанец. Это значит, что нам здесь по кайфу. Все. Выключите национализм. Да, да, мне здесь по кайфу. Да, мне... да, Армен. Ты устроил, нашел свой маленький рай, устроил себе жизнь. Живи себе, как
проблем, вообще нет проблем. Когда люди поймут, что люди сами выбирают, где им жить. Никто не должен указывать, никто не... Мне удобно сейчас в России жить. Я все, да, тебе живу. Удобно. Другому, наверное, удобно в Европе. А да я, где тебе по кайфу живи? Но историю не забывай, родину не забывай. Они все по миру. Да, и то не забывай, нет проблем. Ты, каждый любит свою родину, свой дом. Ну, не надо, не говорить. Ну, если ты там живешь, то все, ты уже забыл. Никак не, я не армянин. Окей, я тебя благодарю, Армен, за прекрасный эфир. Давай на днях со мной выходи в эфир. Только с хорошим интернетом, да, я тебя прошу. Потому что такие, такие добрые слова должен видеть мир. Хорошо? Спасибо тебе. Пока.